Создать неповторимый стиль в одежде с помощью вышивки легко. Теперь у вас есть возможность поручить это умной вышивальной машине. Представляем вам Happy Voyager – компактную, легкую, одноголовочную, 12-игольную вышивальную машину. Новая машина Happy Voyager, вобрав в себя самое лучшее, способна легко и быстро вышивать на всех типах готовых изделий, включая головные уборы. Эта вышивальная машина проста в установке и эксплуатации, а программное обеспечение и учебный курс, входящий в комплект, позволят вам легко управлять вышивальной машиной Happy. Вышивальная машина Happy Voyager – легкий путь к неповторимому стилю.
После включения машины на дисплее появляется приветственная надпись и запрос о перемещении пялец. Подтверждаем его, нажимая на кнопку Set. Пяльцы должны отцентроваться. Выбор рисунка осуществляется из основного меню машины в разделе Pattern, где представлены различные вышивки. Выбор осуществляется с помощью стрелок и кнопки Set. Выбор соответствующего размера пялец. Выбор осуществляется из основного меню машины с помощью раздела Frame, где выбираем форму и размер пялец, устанавливаемых на машине для вышивки. При необходимости перемещения пялец относительно прижимной лапки используйте одновременно нажатые кнопки FF и одну из стрелок. Внимание! Важно, чтобы синий контур, обозначающий вышивку, не выходил за пределы красного контура, обозначающего доступное поле для вышивки в выбранных пяльцах. В противном случае следует выбрать пяльцы другого размера. Зеленый цвет лампы сигнализирует о готовности машины к работе. Для того, чтобы убедиться, что выбранная вышивка не выходит за края пялец, осуществляем трассировку с помощью кнопки Trace. После завершения трассировки на дисплее появляется надпись Trace End. Приступаем к процессу вышивки с помощью кнопки Start. При необходимости смены цвета нити в процессе самой вышивки на иной, нежели заданный, мы можем остановить машину и обрезать нить с помощью кнопки Cut. И с помощью кнопок перемещения выбрать любой другой из установленных цветов. После того, как машина отошьет этот цвет, она продолжит работать по ранее заданной программе. Красный цвет лампочки сигнализирует о проблеме, возникшей в процессе вышивки. В данном случае это обрыв нити. В этом случае заправляем оборванную нить вручную. И делаем обрезку кнопкой Cut. Продолжаем вышивку кнопкой Start. Оставшиеся на вышивке переходы нити удаляются ножницами. Чтобы исключить эти переходы на вышивке, используйте функцию установки обрезки в вашем программном обеспечении при создании вышивки. Загрузка осуществляется через COM или USB порты. LAN-порт предназначен для создания подключения из нескольких машин. В комплекте с машиной поставляется COM-кабель для подключения машины к компьютеру. В
комплекте с машиной поставляется программное обеспечение HappyLink, предназначенное для редактирования готовых вышивок и загрузки их в машину. При включении машины мы попадаем в сервис-меню, которое содержит всю необходимую информацию об эксплуатации машины. Перемещение и выбор функций легко осуществляется кнопками направления и Set. Выход из пункта или подпункта меню с помощью кнопки Escape. Первый пункт меню содержит информацию о подготовке машины к работе. Установка иглы, установка шпульки, заправка верхней нити на машине. Второй пункт меню – установка материалов пяльца. Третий пункт меню – подготовка и установка пялец на машине, включая опцию бейсбольных пялец. Четвертый пункт меню. Подготовка и передача данных с компьютера на машину с помощью карт памяти, COM-порта, USB-порта. Следующий пункт меню. Информация об установке и изменении цвета. Информация о редактировании параметров вышивки. Масштабирование, поворот, многократное повторение вышивки в одних пяльцах. Выход пялец за пределы иглы. Проверка области вышивки. Информация о трассировке и предварительном смещении пялец для того, чтобы в процессе работы игла не вышла за пределы пялец. Информация о подготовке и начале процесса вышивания. Трассировка. Старт. Перечисление возможных проблем на машине и пути их устранения. Информация о смазке машины по четырем точкам. Точка 1. Смазка ежедневно. Точка 2, 3 и 4. Смазка осуществляется еженедельно. Переход из сервис-меню в основное меню осуществляется с помощью кнопки Escape. Pattern. Первая позиция меню. Выбор вышивки из предустановленных рисунков с помощью кнопки Set. Setting – форматирование и редактирование выбранного рисунка, который включает масштабирование по оси X, масштабирование по оси Y, по размерам, по углу наклона, по расположению вышивки, размещение на одном полотне более чем одной вышивки. Needle – смена цвета в загруженной вышивке.
Read. Передача данных с карт памяти в машину. Option. Пункт содержит информацию настроек процесса вышивания и их изменения. Position. Настройки, позволяющие позиционирование пялец. Edit. Редактирование параметров вышивки. Frame. Редактирование параметров установленных пялец. Круглых, квадратных, с различными размерами. Letter. Меню для быстрого создания надписей для вышивания на латинском языке. Первое. Размеры букв. Второе. Расстояние между буквами. Третье. Выбор стиля букв. Четвертое. Готовая вышивка. Контраст. Контрастность дисплея. Ада. Различные настройки. Календарь. Сеть. Системные настройки. Настройки скорости. Информация об используемой версии. Гид. Переход в сервис-меню.